Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк, мы продолжаем проходить Road 96. Че, удастся мне сбежать или нет? Интересно. 13 километров до границы, блин. Вроде бы и немного, и в то же время. А как по телефону звонить? И как вот эти вот штуки заработать, там вот, дополнительные, которые он снизу слева? Взлом там и все прочее. Чуть нифига не догоняю. Ну так, наверное, и не догоню. Что-то музыка какая-то знакомая. Че, я опять хреново, что ли? Ему, то есть. Почему я все время думаю, что это она? Не знаю почему. Такси. Счастливое такси. Это заведение точно закрыто, Стэн. Свет горит. Да, они так преступников отпугивают. Но это не сработало. Нет? Вы встретили Стэн и Митч. Слушай, блин, дай-ка мне что-нибудь попить. Злаковый батончик, газировка, вода. Бля, все по 6 баксов. Давай воды. Так. И батончик. Хавану. Нормально. Звоните, если что-то увидите, бля. 96-112. Я что-то увидел, надо позвонить. Опа. Стэн! Эй, ты хочешь поучаствовать в чем-то масштабном? Например? Во взломе, лучшем в мире, возможно. Лучшем в мире, ты это перед каждым преступлением говоришь. И каждый раз оказываюсь прав. Зачем мы туда вламываемся? Погорев подсобки. Ну же, пора начинать. Я не хочу взламывать ничего. Ладно, Митч пошел оценить обстановку. Надо сидеть тихо-тихо. Тихо мое второе имя. Я не хочу в этом участвовать. Блин, я не знаю, хочу я или нет. Ладно. Серьезно? Теперь заткнись. Вон Митч идет. Хорошо, хорошо, насколько могу судить, там никого. Ты можешь быть важная информация. За Соней гоняется псих, мы должны ее защитить. Да, милая Соня в опасности. Мило, что вы так переживаете. А фанаты? Можно и так сказать. Да. Мелочь, полезешь через вентиляцию. Не вопрос. Возьмешь мою счастливую отмычку, чтобы проникнуть внутрь. Счастлива она, потому что неиспользованная. О, по способность получил отмычка. Поехали. А ты ничего сначала спросить не хочешь? Совет есть на дорожку? Украсть как можно больше. Да, мы этим постоянно занимаемся. Блин, я не знаю, что ответить. Не, наверняка продолжили красть. Ага. Иди сюда, лапочка. Ну, давай, давай, что ты руками машешь? Зачем я туда полез? Лезь в конец, используй это, вентиляцию. Это плохая идея. Встань перед камерой и приготовься. Чё в смысле приготовься, блин? Чё тут есть вообще? Дай-ка я поищу что-нибудь, пока они там. Колпачок. А, колпачок. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. Сесть. Взять. О. Соскрести. Удачи на твоей стороне, благодаря Соне. Ты проиграл, блин.
Ой, блин, я проиграл. Я опять не доеду до этой чертовой границы. Можно еще что-нибудь взять? О, о, есть еду. Блин, зачем я деньги потратил? Знал бы, ёкарный бабай. Кстати, телефон. Можешь позвонить 96-112. Сказать, что тут эти воришки. Вот, давай сядем. Наконец-то, думал, уже не зайдем. Стэн, мы это обсуждали, тебе нужно больше терпения. Видишь нас на камерах? Вижу, да. Оглянись, видишь схему офиса? Не, ни хера не вижу. Еду, а, вот вижу. Камера 1, камера 4. Я это не запомню, блядь. Вы на рецепции, блядь. Подожди, где? Камера 2. А, ну да. А то мы не знали. Но мы будем уже что-то делать. О, нет, что пищит? Чуть-чуть, это рация пищит. А что делать? Это сигнализация! Эй, ты, отключи сигналку! Отключи ее! Обрежь сигналку, мелочь! Что нам делать, Стэн? Спасибо, лапочка! За что благодаришь? Не обрезать сигналку! Стэн, ну это же не профессиональный грабитель, как мы! Мич, подсоби с дверью! Да. Алло, это служба безопасности. Поступил вызов от системы охраны. Все в порядке? Мич, можешь взломать этот замок поживее? Почему сработала сигнализация? В открытое окошко... В открытое окно кошка залезла. Ясно, такое, к сожалению, часто случается. Спасибо, что объяснили. Пожалуйста, пока. Минутку, мэм. Мне также понадобится пароль от сигнализации. Счастливо. Такси танков прогола. Простите, но кажется, я его забыл. Блин, там на бумажке было. Что происходит? Простите, что вы сказали? А от нас ты что хочешь? Вы же грабители, а не волшебники. Блин, там на бумажке был. Увы, не могу. Так, как скажешь. Я жду, мэм, назовите пароль. Чуваки, давайте быстрее. Почему я не могу, блин, вверх посмотреть? Погоди, тут стикер какой-то с надписью A45D2RCPP12. Может оно? CPP12. Неверно, мэм. Прочитать еще раз. 45D2RCPP12. 45D2R. Спасибо за ваше время. Всего доброго. Есть-то. Наконец-то. Ты что так долго? Ты же знаешь, не люблю торопиться. Это взлом, Мич. Глянь, кабинет управляющего. О, бро, на двери кодовый замок. Есть идеи? Попробуй 1, 2, 3, 4. Нет. 4, 3, 2, 1. Нет. Мои идеи на этом все. Мелочь, ты в комнате охранять. Код наверняка где-то там. Найди его. Вот. Нет, ни хера не код. Try 9999. 2237. Да я ж посмотрел, 2237. А, нет. Не работает. Взять ключ зажигания. Взять. Обязательно. Так, тут ничего нету. Где еще? Вот тут? Так, Patriot Times, 11 октября 86-го, главарь бригады в бегах. Томас Карсон
Записной член бригады, отбывающий срок за участие в террористической организации, утверждает, что главарь бригады до сих пор на свободе. Дополнительно Карсон смог только сообщить его инициалы БВ. О, 17 сентября 86-го. Черная бригада признала виновный суд. Единогласно признал десятки членов бригады виновными в преступлениях против страны. Преступники арестованы. Но ходят слухи, что несколько важных членов бригады ухитрились ускользнуть от правосудия и все еще живут среди нас, притворяясь законопослушными гражданами. Бля. Где гребаный кот? Нет. Не работает. Сработало, я вошел. Какого хрена? Ты что видишь? Нет, ничего не вижу. А что я вижу? Хера я не вижу. Тут темным темно. Секунд, там камера скотчем заклеена. Вот, мы конечно знали, что одержим Соней, но это совсем дурдом. Это он, Митч, псих-таксист. Вы двое, стоять! Закрой дверь! Где чё? Кто это был? Охрана агентства, видимо, агента выслала. Открой дверь немедленно! Слушай, тебе же не нужны неприятности. Дай мне код от двери управляющего. Не давай ему код, мелочь. Мы почти узнали, где этот урод нападает. Ладно. Вот так, значит. Есть Стэн. Он нападает у границы, на вершине холма. Место нападения убийцы известно. Сэм напоролся, тебе конец, сопля. Пора отсюда выбираться. Извини, детка. Все, мне кобздец. Ай, тут сейф, блядь. Что делать-то, блядь? Залезть не могу. Падла. Сейф, блин, не взломал. Там же были еще пароли. Стоять! Стэн и Митч! Так, погоди, у меня ключи какие-то есть. Не могу. Я вообще ничего не могу. Бля, как это выбрать-то? Подожди. А, во. Ключ-то я взял. Угнать машину. Поехали! Охренеть, блин. Напряжно было. Когда особенно не знаешь, что делать. А в смысле, блин, что я 13 километров не проехал на этой машинке, что ли? Это же вообще мизер, блин. Что за дела там? Километр остался? Praying for time. Да блин. Я так разобьюсь. Автомобиль производства Petria Motors. Petria Motors — сильному народу сильная машина. Вынуть, включить новости. Найден коллекционный предмет. Revolution 96. Reminder, взять злаковый батончик. На этом все. С вами была Шоу Соня. Спасибо, что выбрали нас. Не, не хочу это играть. Вдруг оно лицензионное. Освежитель воздуха для от Petria Motors, единственного автозавода Petria. Petria Motors — освежаем машины. Зачем я батончик сожрал? О, нормально. Продолжить ехать. Больше ничего нету, подожди. Печенюшка, блин. Да у меня полная это. Я с собой не могу взять, что ли? А, 3 бакса. 3 бакса взял. Хорошо, больше ничего нету. Ладно, поехали. С собой почему нельзя взять?
позже в карман положил, почему сразу жрет? Так нечестно. Не, наружу не хочу выглядывать, там дождь. Ну и чё тут позже? Сейчас кто-нибудь меня остановит, да? Что ты, малявка, вылазь! Тормози! Мистер Шляпа! Попутчик? Ты встретил Джарод. Могу включить печку. Ему похеру. Он отбитый. Ну да, вот так. Где вас высадить? А вы не болтун, да? У меня сигареты промокли. Ты какой-то угрюмый тип. Язык проглотил. Молчанка, это грубо, блин. За мной двое гонятся. Они за ними по этим дорогам туда-сюда гоняются. Туда-сюда. Похоже, не отвяжутся. А зачем будет? Хотят меня остановить. Нельзя этого допустить. Остановить? Блин. Вот потому и торчу тут под дождем, они в такси. Они близко. Они слишком близко. Думаю, это ее фанаты. Извращенцы. Эй, у тебя с дверями что-то. И чё? Чё за херня, бля? Чё за херня? Я не могу никуда повернуться. Чё за игры, блин? Это глюк или чё? Я, короче, смотри, я мышкой кручу, не могу. А, во, могу. Можешь высадить его, но... Прекратить что? Я ничего не делаю. Звездишь, как дышишь, блин. Блин, я не знаю, можешь высадить, он мне не нравится, этот тип. Так он не выйдет, как я его высажу, блин. Силой вытолкаешь, что ли? Может, поговоришь еще со мной, а? Тут больше ничего нет, как только высадить. Отпереть дверь. Сука, опять закрыл. Ты че, козел, блин? Пошел вон! Хочет выходить. И не подумаю. Знаешь почему? Потому что я убийца. Вот поэтому. Облажался ты с попутчиком, в курсе? Теперь поехали. Вот падла, блин. От скотина какая, а? Денек не задался, поднять настроение не помешает. Вот ты этим и займешься. Порадуешь меня. А ты псих, просто хочу поболтать, так что продолжай, болтай. Пошел вон, блин, я с тобой не хочу общаться. Про карму слышал? Что посеешь, то и пожнешь. Это точно. У Тирака должно быть ужасная карма. Мне уже скучно. Видимо, моя очередь задавать вопросы. Я тебе еще кое-что скажу. Я подумал тебя убить. Так что лучше отвечай правильно. Блин. Задолбало это холодно. Скажи-ка, новости часто слушаешь? Иногда. Не следует. Новости — одно вранье, дезинформация.
Скажи-ка мне еще кое-что, это важно. Что ты думаешь о Соне Санчес? О! Ужас, ты знаешь ее, все знают! Я не знаю. Ладно, ладно. Ненавижу лжеца, Соня Врунья. Все, что она говорит, ложь. Вранье и обман. Не указывай мне. Блин, да все ответы неправильные. Из-за нее мне плохо случилось. На моей стороне не ври мне. Видишь? Соврешь, умрешь. Точно псих, блин. Мне не нужно твое сочувствие. Нет, я хочу только мести. А кому же еще? Ты вообще меня слушал? Из-за Сони моя милая дочка мертва. Она за это заплатит. Дорого заплатит. Она пальцем не шевельнула, чтобы спасти умиравших под завалами. Ни одного, как и бригада, они тоже заплатят. Остановись. Я решил, что с тобой сделаю. Сука, сейчас убьет меня. Я собираюсь тебя отпустить. Но ты отдашь мне машину. Могу тебя подвезти куда-нибудь. Дождь идет. А вы меня точно не убьете? Точно, но больше не спрашивай. Поехали. Капец. Чё я 2 километра проехал? Чё ты брешешь меня? Охренеть, блин, аж пересрался уже, блин. Думал, все, кобздец мне, блин. Дорога 96, трасса 96. Опачки. Ладно, дорогие друзья, давайте на этом сегодня завершим. Продолжим в следующий раз. Осталось чуть-чуть, может быть, и получится добраться. А сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.